Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков в рамках проекта «Здоровое будущее» посетили детскую поликлинику Одинцовской областной больницы. Центральным вопросом на встрече единороссов с коллективом стала модернизация медицинского учреждения. Как сообщила первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, в ходе совещания обсудили сроки закупок стеллажей для регистратуры, установку вентиляции в кабинетах стоматологии и закупку медицинского оборудования для родильного дома и детской поликлиники.